Вчера, 14 января, завершилась история операционной системы, определившей облик десятилетия. Знаменитый Windows 7. Будучи всего лишь переизданной Vista, семерка смогла снискать огромную популярность еще на старте продаж. Хотя справедливости ради надо отметить, что вопреки расхожему мнению, и сама Vista не была провальной. На момент выхода семерки доля Vista приближалась к 30%, что очень хороший показатель. Реально провальная Windows 8 даже близко не подбиралась к таким показателям. Как бы то ни было, закончилась очередная эпоха в истории операционных систем. Windows 7 заняла свое место среди легендарных операционок рядом со своей предшественницей XP, а ее наследница десятка уже заняла по праву принадлежащий ей трон.